Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам классную идею из металлической полосы. Делать будем своими руками, и я уверен, каждый это оценит. Для начала поставил интересный круг на УШМ и убираю всю ржавчину. Друзья, это коралловый диск, он меня часто выручает. Если вдруг кому надо, то ссылки есть в описании. Брал на AliExpress. Далее делаю разметку. Надо 4 заготовки по 30 сантиметров. Делаю разметку на 45 градусов и сразу заранее отрезаю с наклоном, чтобы у нас получилось что-то в виде кольев. И также понадобится 2 полосы по 40 сантиметров. Беру в руки свой самодельный рейсмус и делаю разметку для будущих отверстий. Кстати, такую самоделку я делал своими руками, и ролик есть на канале. Друзья, очень удобно размечать отверстия на одинаковом расстоянии. Очень удобно, быстро, практично и вообще нет никакого геморроя. Просто выставляешь нужную глубину для отметки и все. И также размечаю 2 полосы по 40 сантиметров, каждый по 5 сантима. Это будут будущие прорези. Далее накерниваю все отверстия для будущего сверления. Прижимаю струбциной, добавляю немножко смазочной жидкости и захожу сверлом на 8 мм. Когда отверстия готовы, зажимаю 2 заготовки в тиски и с помощью болгарки делаю прорези. В эти прорези мы будем спокойно устанавливать шампура и готовить вкуснятину. Наш складной мангальчик в принципе готов. Осталось добавить пару болтов, шайб и гаек. Обратите внимание, ножки я креплю с каждой стороны. То есть таким образом при складывании каждая ножка будет складываться на своей стороне. Это удобно, практично, и все получается, собирается в единое целое. Ну и погнали на природу. Разбирается мангальчик за считанные секунды, устанавливается, забивается топориком, а если земелька мягкая, то можно спокойно и руками утопить эти колья. Можно раскидать шампура, поставить сеточку, пожарить шашлычка, сосисочек, приготовить вкусную курочку. В общем, мангальчик даже прошел испытание. Понравилось мне работать, быстро раскладывается, быстро готовится, ну и, конечно, быстро убирается. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно, и пишите свои мысли в комментах. Спасибо за просмотр и готовьте вкусно и полезно. Увидимся!